Самый простой, легкий рецепт, по которому получается гречка рассыпчатая в мультиварке. У кого есть этот агрегат на кухне, я думаю, давно уже готовит такую вкусную гречку. Попробуйте и вы. Гречка рассыпчатая в мультиварке – самый простой рецепт, какой только можно предложить. Но запах от этого блюда стоит такой, что хочется тут же попробовать. Уж про вкус я не говорю. Гречку рассыпчатую в мультиварке я готовлю очень часто. Ее можно есть просто так, добавив масло или с молоком. Гречку рассыпчатую в мультиварке, конечно, можно использовать как гарнир к мясу или рыбе, или есть с овощами. Рецепт очень дешевый и очень вкусный. Попробуйте. В конце видео я покажу ингредиенты для готовки. Вот такой минимум продуктов для нашей рассыпчатой гречки в мультиварке. На режиме выпечка растапливаем сливочное масло, добавляем туда гречку и обжариваем минут 10, выключаем режим. Теперь заливаем гречку до отметки 2 стакана, солим по вкусу, закрываем крышку и включаем режим гречка. Когда гречка будет готова, мультиварка выключится сама и даст вам знать. Приятного аппетита! Лайкайте, подписывайтесь, комментируйте. Вкуснее тем, кто подпишется. Вот что нам понадобится. Гречка, 2 стакана. Вода, 2 стакана. Масло сливочное, 2 столовые ложки. Соль, по вкусу. Количество порций, 6. Ставим лайк и подписываемся. Ваши отзывы очень важны. До новых встреч!